Эй, чуваки, всем привет, всем привет, всем привет. Сегодня, короче, у нас чуваки крутые вообще играют в БТВ, всем Team, которые уже всю жизнь играли, сколько всем здесь, сюда роботы играл. Всем Team новый состав. Всем Team новый состав. Не вижу у них пятого чувака. Обязательно, обязательно. Да, вот, всем Team. Вообще не там. С ним работает. А нет, там Хаос, Вурдалак. Потный демон будет играть. Ух ты, Стея себе. People Стея сейчас, да. Стея остался, People. И Потный демон сейчас будет во всем Team. Уж. БТВ. Хантерд. Это кто? Я смотрю, у них тут и Михти. Или это он просто зашел, я что-то понять не могу. Михти-то вообще какого тут бегать? Все, так, оставим. Так, проверяем директор, автодиректор работает, все найс. Все прикольно, кстати, со мной мой друг Андрюша. Андрюша, поздоровайся с ребятами. Привет всем. Некоторые Андрюша, меня уже видели. Да, это Андрюша, который вчерашний гусь, который себя выдавал просто вчера на нюке. Просто реально там был фан супер стрим. Показали всем, как играть надо. Я не знаю, что происходит. Гоу. Я напишу сейчас админу, что я ready. Ready. I ready. Я готов, ёпта. Погнали. О, май гад. Я готов. Гоу, пишет хаос. Хаос пишет гоу. Ты зашел? Админ гоу кнайф. Я-то здесь. Да, ты зашел. Ты все видишь, да? Ты Денти админ сидит. Да, Денти админ. Видим, что он сидит в спектрах. Денти. Да, кстати, команда вот. Недавно играли эти две команды, вот, чтобы TV всем Team. Они играли. И в БТВшке просто рванули. На этих же вроде картах. Первая вроде бы была Мираж, вторая Инферно, как я помню, вроде бы. И там просто всем Team слились. Сейчас у всем Team новый состав, посмотрим, что они покажут. Это open матч на нашей лиге. Сегодня очень много споров было просто по этому поводу. Поэтому да, это open матч группы A, будем так ее называть. Потихонечку будем набирать. Так, а мне вот интересно, почему у нас терики-то не подписаны? Террористики. Террористики, подпишите нам террористиков. Вот, подписали нам террористиков. Ага, теперь спецназ нам. Дефузную команду нам, пожалуйста, подпишите. Админ главный, Донети. ГЛХФ пишет Донети. Который сидит сейчас в консоли. Вот, смотри, все, поперли. Аркада А, просто сейчас. Ну, это все А. Да, это все А. Потом принимает их сейчас Михти, вот я знаю, он очень хорошо играет. Да, взяли себе двух игроков сейчас просто. BTV, это Михти и Хантред. Кстати, вот Nemesis Square будет завтра играть. Завтра мы опять увидим этого Михти и Хантреда. Первый. Да, все. Такой фраг пошел, все. Ну, сам делает, да, он. Хаос, разменчик небольшой шаг. Главная ситуация, Вурдалак вообще красный. Так же, как и слепойки тоже красный. Интересно, у них сейчас микс, наверное, просто у пацанов. Ну все, добил просто сейчас демон. Двойки и Шелли. И 1-0 первую пистолетку берут за собой всем Team. Вот нам подписали БТВшек. БТВшек. Можно теперь, кстати, смотреть стат еще. Карта показывается у меня почему-то на Киеве. Неинтересно, почему. Все сделано так.
Решили играть они через мид. Через мид, да, полетели сейчас? Что, автодиректор? Принимает Шелли тут с Юспом. Встал на Зигу уже будет сейчас принимать мид. На миде, да, в основном сейчас? Тут яму и бурдалак забирает просто троих, оставил на Б перетягивается. Перетягивается на Б, да, забирают двоечки, просто остался один в кухне. В кухне Шелли, а, уже убежал на Сориспу, и он красный, как я вижу вроде бы. Да, у него 31 хп. Он на кухне сейчас пипл, наверное, его будет забирать. Да, 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 забрал его пипл. Вулдарак здесь. Вулдарак. Вулдарак. Вурдалак. Здесь красиво сыграл, в одного вышел, забрал троих на А. Да, и осталось только два на Б. С ямы вылетел на А и оставил чисто просто. Ну, что сказать, это была пистолетка, в принципе, аккаунт от команды BTV. Что у них по деньгам? Ну да, они делают все это. Взялся только Шелик, Леночку, ой, сейчас будет выбивать, наверное, нет, только, ну да, добил просто уже, Пипл, ой, смотри, тут Пипл уже минус 3 сделал. Ну, просто выходил ситуация опять. Ситуация 5 в 2. Почему-то у меня просто не открылся на Пипле, он, автодиректор не открыл мне, показывает он мне сейчас Т, сейчас Т сейчас что-то будет делать. Стоит, чекает люлечку, стоит, прочекает, минус двойка. Пипл выскочил, делает минус 4, ну и будет ли это эйс? Да, это эйс от Пипла просто. Просто в третьем раунде уже эйс такой. Ну все, и у команды BTV сейчас бай раунд. Посмотрим их удержечку. Кстати, Пипл вот это игрок. С Гейлом. Игрок, я даже тебе не скажу откуда он, но он был на сече. Вот, ну, вот это на лан-финалах. Вот, и... Там тоже себя, в принципе, показал, только я не помню, за какую он команду был. Ну, сейчас в коврах демон дал. Он случайно на ВП не играет? Вот я не знаю, я не помню, на что он играет, но я точно помню. Ой-ой-ой, бурдалак, не чекнул Зигу, как же так? Ой, еще и своего, да? Нет, это просто стоит под жопу, граната тут прилетела. Ну и БТВшки. Ой, все тим перетягиваются на Б. Да, я смотри, сейчас в ковры, наверное, пойдут. Но будет их принимать, скорее, там двоечки. Тинги сейчас должен что-то показать просто со своего ВП. Он мощный. Мощный игрок БТВшек. Ну, будем смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой. А, я думал, это просто чуть вылетел там. Терек не увидел диффуза. Не прочекал. Ой, смотри, перетяжечка такая небольшая. На, да? Шифтят ребята сейчас. 30 секунд. 30 секунд. Но сейчас, скорее всего, будет аркада такая фастовая на А. Будут залетать. Да, все, стей чекает просто сейчас. Хантер. Ну все, Чинги, смотри, сейчас будет забирать, наверное, с АВП. Нет, его просто тут... Его засмокали все. Да, засмокали его. О, еще и слепочки мы накидали, вообще красиво, все. Они... Все, отлично, просто сейчас вышли, но бомбу поставили уже. Оставили АВП. Ой-ой-ой, оставили АВП в дыму. Двоечки. О. Мне кажется, они не чекают, что в коврах кто-то есть сейчас. Шелли будет. О, а, да, я не говорю, что не прочекали они Пипла. Ну и Пипл здесь. Вот и все. В этом раунде тоже делает минус 3 просто. С Гаилом. Да, фраер в этих двух раундах. 10 к 1 у него даже сейчас уже счет. Легко, легко сейчас. Всем тимовцы просто взяли А, поставили быстро бомбочку, считай, меньше чем за 20 секунд. Стейс дал open фраг, можно так сказать, на А в залете, и все. И сейчас опять эко раунд, просто быстрый слив в яму, минус Гаил. Галил здесь не помог. Ой-ой-ой, что будет делать демон? Демон. А, чек, прочекали ребята, что он там остался, да, добивают. Ой, смотри, уже минус 2. Так они могут еще и затащить эту карту. Да, сейчас могут они взять просто. Сейчас стоит будет. Ну все, да, тут уже поняли, что Б чистая, сейчас будет ставить бомбу. Слышат, что идут ковры. Все, сейчас будет стоять что-нибудь, что-нибудь делать уже. Надо уже, ребят, вы остались. Вот так вот, да, просто стоит. Отлично, смотри, как стоит сыграл сейчас вообще. Сейчас хаос просто заберет Михи и все. Все, остался один. Ну, а эко-раунд, конечно, это паршивый такой. Отдали троих. Но у них были шансы.
были шансы. Ой-ой-ой, еще и давай четверых еще оставьте. Это будет вообще. Ну да, тут Чингис убегает, сейвит. Что за сейвить? Клаш. Все, прячься. Да, стоит с одним хп вообще остается, как я вижу. Ну что, бай раунд у команды BTV. Засейвленный. People взял ВП. Кто взял? Вот, People взял ВП, да, вот, значит, он играет с ним. Мне кажется, что он раньше играл в команде BTV почему-то. Вот я не помню, в какой, блин, он команде играл, но мне кажется, он играл в команде BTV. Можно попробовать посмотреть его никнеймы. Посмотри никнеймы. Шаласи Кира, People for Win. Тут нету ни одного обозначения команды. Ну, если написал People for Win, значит, наверное, он пишет про Сич. Если они там выиграли, то да, БТВшки взяли первое место на Сиче. Правда, без гранд-финала, но все равно же. Что это мне показалось? Пауза просто. У меня сейчас автодиректор переключился сразу на трех игроков, которые просто тупо стояли и смотрели в одну точку. Сейчас Чингис будет принимать фольга. Не принял вообще. Open frag сделал. Вот, People мажет на Зигу. Не показывает нам сейчас перестрелку с ним. Ой-ой-ой. Ой, Вулдарак. Вулдлак. То ли он, не могу. Вулдарак. Вулдлак. Как ты такую хорошую флешку кинул себе прям за спину. Остался, вот смотри сейчас. Вурдалак красный. Стей 40 хп. Выхода. Тут уже прием просто. О, уже. Двоечки их. Хантер просто сбивает. Ну и тут хаос, наверное, сейчас будет. Ну зачем? Попробовать. Кто не рискует. Вот и все, перекрестный. Да, перекрестным огнем расстреляли. Подбирает диффузы, подбирает крутую эмочку. И бежит, наверное, скорее всего. По деньгам скоро, скорее всего, закончатся деньги, кроме хаоса у команды всем тим. Пойдут эки, это вот 5-1 уже. И вот People с калашом. Да, People все. People калаш. Вот. У него по деньгам у People. Ну, полтора. Полторы рубля, но, в принципе, вот, на следующий раунд ему хватит, если он сейчас даст два минуса просто. Ну и 3-а. Что это у нас? 2-3-б. Ну и за КТ 3-а, 2-б. Да. People сейчас решил через яму. Дымок сейчас шлепнули, вот что делать, стей, смотри, что просто вот, мне интересно, что это сейчас, мне неохота переключиться опять на него, посмотри, что он делает, он просто сейчас тупо ходил там. Двоечки перетягиваются на, и сейчас у них есть шанс, они все, КТ перетянулись на, все почти. Ой, все, да, просто тут дали сейчас, фейк такой небольшой, ребята, хаос вместе с пиплом дали фейк. Ну и забрали. Ну и все, бомба ставится, смотри, просто сейчас ставится бомба. Дым кидается вон в эту. В кухню. В кухоньку, да. Ну, сейчас вот. Будут выбивать ребятки как тут. Они все в 4 человека в кухне. Ну и просто, я не знаю, один красный даже. Грены в никуда. Ой, Вурдалак просто делает минус 3 уже за этот раунд. Минус 4, давай, Вурдалак, делай эйс, он на кухне. Он на кухне, Вурдалак, куда ты бежишь? Да, ой, Вурдалак бежит за пятым, смотри, бежит. Сейчас заберет его все-таки, наверное. Ну, выйди, убери его. Да вот он, да. Забрал просто получил. Пятого. Но ничего, все равно он сделал, что хотел. Сделал то, что надо было, просто отстояли они 3 в 5, да, Б-плент, бомбочку поставили. БТВ как-то не очень сделали, что пошли все в пятером просто. Да, смотри, расстановочка точно такая же сейчас. 3Б, 2, ой, 2Б, 3А, БТВ-шек, ой, смотри, метро зашел просто, Вурдалага убил. Причем он прошел через мид, никто мид не чекал, он впрыгнул в окно и вышел просто в метро. Был размен, но уже два нет. Вот и все, Вурдалака теперь денег нет. И ушел. Ой, здесь мог бы сделать минус 2. Ой, ну все, добивают. Да, пипла с двух сторон. Добивают уже просто здесь пипла. Остается один хаос, один в 4.
забирает. Ой-ой-ой, забирает он Чингиза, тем самым оставляя его с 3000 рублей. И все. 6-2. 6-2. 8 раундов уже отыграно. Кстати, я забыл, что сейчас очень красиво сделали обновление лазера, вот эти всякие. А, да, 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 то, что на X. Пошли, да, и... Если вроде бы я видел, они чекали они Инферно. Вроде бы. И сейчас мы посмотрим еще Инферно, может быть. Я не помню, что они черкали в КС-ке. Я в это время писался с админом. Стей мне вообще нравится. Он, у него, видимо, то мышка заедает, то ли что. Он как-то то куда-нибудь ее крутанет, то еще что-нибудь с ней сделает. То на месте побегает. Может, она очень быстрая у меня. А вурдалак, да, с пистолетом у нас один. У всем тимаса. Ой, смотри, что сделал вурдалак. Просто в дым пробил сейчас. Двоечки. Не забрал эмочку. Да, и побежал. А, нет, калаш. Не, ну... Да, перетягивают, скорее всего, сейчас. Да, перетяжечка пошла. БТВшек сейчас они... Ну, какая-то медленная перетяжка там. На Б. Сейчас Шелли будет. Шелли, да, выносить должен просто еще. Нет, выбирает дипл Шелли. Чингис выносит на меде стей. Михти уже, да, сейчас должен забрать. Ну что, хаос, это как-то не увидел-то его. Но главное, успели поставить бомбу. Это сейчас будет... Ой-ой-ой, в голову просто стреляет Мих. Сейчас хаос. Михти. С диглетом. Да, с амлетом. И с пакетом по голове. Дал просто сейчас хаос. Третий раунд за БТВ. Да, темная вода. По деньгам. Печально все. Печально вообще сейчас просто по деньгам у всем тим. Доигрались, можно так сказать. Ну, они понабрали по 250. Ну и дигл ставил себе взял. Быстрая аркада на А. Ой-ой. Одного забрать надо и еще одного, да, вот так. Стэй вообще никак не реализовался, дикал ни разу не стрельнул. Вот, смотри, просто двоих уже с собой. Ой, троих, один в один остались, смотри-ка. Ой, просто какая затащил красота. Эко-раунд, смотри, просто взял четверых, остался один, взял четверых и все. Просто вообще красавчик чувак, 14-7 у него, по деньгам у него 5700, он может сейчас даже дропнуть кого-то. А там у всех есть, трогал, даже да, все пиповал. Взяли, так как это эко, вообще просто взяли его на одних пистолетах. Обидно, обидно сейчас БТВшкам вообще просто проиграть такой раунд. У меня сейчас камера просто не сходила с вурдалака, то что как мне тогда... Ой-ой-ой, Шелли. Вурдалак уже на ми... Оп. Да, вурдалак уже просто чекнули. И вурдалага чекнули, и вурдалак чекнул. Ну как же ты... Там же радар, по радару-то видно же все равно, что если дым, ты все равно там стоишь. Так, вот и убежал хаос теперь, полукрасный. Ой-ой-ой, смотри, двоечки встретил сейчас вообще, красиво. Красиво встретил хаоса красного. Потный демон, 4 хп, потный. Решили взять бомбу. Потный демон с крутой вот так вот, пипл делает минус просто. Красивый такой. И это на перетяжка на... Да, один на Б у нас, кстати, остался. Кто у нас на Б? Это двоечки. Двоечки. Двоечки остался. Вот, ой, сейчас заберут, наверное. Ой-ой-ой. Нет. Чингис. Вот, опа. Отлично, отлично. Надо красивая вылезти. Игра. Ну что делать? Ой-ой-ой. Ой, потный демон. 4 хп. Просто потный демон сейчас взял и забрал. Просто ребята из всем тим решили, видимо, развеяться, повеселиться, остаться в одного. Один в 4 или один в 2, когда он красный с 4 хп. Просто брать и тащить раунды в таких случаях. Ну, ПТВ эко, понабрали бы 250. Ну да, здесь один по 250 есть. И Шелли купил гранату. Да. Которую, мне кажется, он даже не использовал. Ну да, вот он ее не использовал. Чингис просто один сделал минус, да, как я понял, да. А, нет, еще и двоечки делал минус. Ой-ой, бурдалак, смотри, ковры, да, смотри, давай. Ты видишь его, ты видишь. Членник сов. Ёпты.
Ну все, тут уже инфа есть. Я не один, два. Да, все, это ну Б. И... это Б. Все, двоечки уже просто залетают сейчас. Кстати, у БТВ опять есть шансы выиграть этот раунд. Да, просто но они без брони, вот в чем проблема их не главная. 57 как бы. И 37 против соточек. Не знаю, Хаос просто уже сейчас по топоту услышал, что идут Зиг. Будет сейчас дожидаться. Да, плохо чекнули. Ой, как плохо чекнули ковры-то. Сейчас двоечки просто зашел. Ой, и все. Он позашел по Зиге. Еще смотри, еще и красный остался, еще убегает просто пацан. Стоял около бомбы. Он просто, да. Остался. Двоечки очень-очень-очень плохо чекнул. Там ковры. Просто запрыгнул на ящички, посмотрел, что нету. Но он Хаос спрятался за стеной, его не было вообще видно. Ну, можно смотрел. Было просто даже хотя бы как-то потом прочекать эти ковры просто. Смотри, быстро от када. Они думают сейчас, что эко-раунд команды BTV. Лифте тут встречают просто, ребят. Да, встретили. Все, открывают они аплен. Перетяжечка двух игроков БТВшек на А сейчас идет. Залетает сейчас просто, смотри, Шелли в перемычечку. Ой, вот ой, и бам. Да, Шелли-то сейчас, покажите Шелли. Я хочу видеть Шелли. Шелли должен сейчас что-то сделать. Один в один. Не, мне кажется, Хаос в этом противостоянии затащит. По хп... У Хаоса есть пак гранат еще. В принципе, да, и у Хаоса есть гранаты. Он тянет время, мне кажется, он просто... морочить сейчас, Шелли. Скорее всего, просто Шелли будет перетягиваться потихонечку на Б, думая, что он... Ну, хотя нет, он просто стоит, чекает. А Хаос сейчас бы не мешало пройти через ковры просто и встать. Надо бы сделать вот так вот, вот мне. Взять бы сделать мне вот так вот, вот. И все. Будет отлично, просто отключил сейчас Steam, чтобы никто не написал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хаос играет. Так? Я просто просмотрел, как он просто пропустил его, что он прошел. По хп было очень мало. И не было сильно больших шансов. Ну что, 10-3. Два раунда до конца первой половины. Ну и это 100% за всем Team уже первая половина. Это уже без шансов. Кстати, тот самый двоечки забанен в стиме. Забанен в стиме? Да, 536 дней, что-то. Science Last Ban. Один лаг банс. Запись даже есть. Ну я просто первый раз его вижу. Я не знаю, может быть у него как-то по-другому раньше ник был. И просто, ребята, я не понимаю, зачем по 200 раз менять ники или там брать, например, того же Мифта. Он с Новосибирска. Саня, С4. Сашка. Вот, например, вот Михти они с Хантера взяли. Зачем? Хантер. Вот зачем? Мне вот интересно просто. Вроде у БТВшек был нормальный состав, который выносил... Вот это Эночки, это же какая-то рядом. Другая команда, которая тоже регистрировалась. Нет? У них аватарка. Вот эти энки, видишь, у них аватарки. Да, это Nemesis Square. Они завтра играют Open этот матч на группе B против команды там PCC. Или там. Я просто сегодня Attacks. ВКонтакте видел, что кто регистрировался, так посмотрел. Михти остался в одного. Ну, он ну, в принципе, это сейф. Смотрю просто, это в принципе сейф. Вурдалак один с хп, может отъехать, кстати, если побежит, сейвится. Ну, он, скорее всего, так и сделает. На стримихте сейчас, да, будет ловить сейчас, скорее всего, да, все. Без вариантов просто было сейчас все. Михти опасается, что выйдет еще Хаос, но Хаос не вышел. Михти раздает эмочки. Посмотрим, какая у Хантера-то крутая эмочка. Ну это эмочка, даже не именованная. У меня именованная, у меня круче, чувак, ты что здесь делаешь вообще? Ну ты смотри, опять аркада на А. И вот выпрыгивает, потный демон просто с прыжка забрал. Это просто, это как,
Хэллоуин, вот вам. Демон вылетел, всем раздал. Шелли сейчас смотри, что делать. Вот мне что не нравится на этом мираже, что запрыгнуть с перемычки, вот когда выходишь на подъемчик, там запрыгивать очень тяжело. На новом мираже это вообще легко. О, смотри, у меня все зависло просто. Либо это пауза, либо я не знаю, что это. Я тоже встал. Нет, все. Вот, прошла, пошла. Скорее всего, может быть, кто-то вылетел, но вряд ли все вроде тут. Все здесь. Ну и осталось двоечек, которые со всех сторон чекали. 12-3. Первая половина за териками. ГГ пишет хаос. Паузу просит. Бурдовак просит паузу, да. Стоп. Шелли 2-2-2. Веселые ребята. Да-да-да. Хантерт. Хантерт, Хантерт. Ну что? Пипл умер. Да. У них сейчас пауза. Мне интересно, что они решают, что у них. А, у них вылетел чувак. Да, да, да. А кто вылетел? Это этот. Как он? Нет, хаос здесь. Вурдалак. Вурдалак вылетел, да, сейчас. Команды всем тим. Наверное, дожидаются они его. Он и просил паузы, кстати. Да, он, скорее всего, пошел чай пить, пацаны, погоди, сейчас я иду, да. Вышел так ненароком, чтобы не полили. Думали, что интернет слетел. Да, скорее всего, какие-то проблемы с компьютером. Давай посмотрим сейчас на счета, он пишет хаос, пишет гоу. Посмотрим на статы. Двоечки, 13-13, Чингиз, 10-13, Хантер, 9-12, в принципе... Чуваки из команды BTV больше чем на плюс 3 ничего себе не набрали. Стей 9-9 и Вурдалак 0-0. Админ ничего нам сейчас не сделает. Да, почему-то не сохранился его счет. Да, это очень обидно. И почему-то у него всем тим даже не написано. Ну и ладно. Хорошо. Да, и теперь у спецназа. Аркада на. Спецназ у нас теперь не всем тим. Как это на Б, скорее всего, такой. Ну да. Ну и все. В принципе, нормально принимали ребят, но Михти просто тут раздал, дал по щам двум ребятам. Сейчас смотри, People просто заберет бомбу, да, хаус заберет бомбу, ой-яй-яй-яй-яшеньки-я-я. Не поставили бомбу, да, не дали, сейчас хаус просто не будет давать. Ну и вот он шанс поставить бомбу. Встречаю. Все, встречаю, да. Сейчас должны просто перекрестным огнем его забрать. Забирает, тут Чингиз просто дает ему пачечку. И забирает первый раунд сейчас команда BTV, у них сейчас будет бай, уже закупились калашами, МП7-ми. Двоечки себе ничего не взял, наверное, никого не убил. Поэтому он себе ничего не взял, кроме P250. Ой-ой-ой, все, чекнули они поинты, сейчас смотри, все мид, все зиг бегут. Вот. Да, тут уже просто пипла не было шансов. Из метро, опа, и вот он фраг. Потный забирает одного. Сейчас Вурдалак забирает одного. Да, Вурдалак забирает. Размен. Все. Флешечка в ковры. Хаус видит, умирает. Хаус, да, умирает просто. Ну, все равно сделали 2 как бы на эко-раунде. Это уже, в принципе, неплохо. Приятно. Попортили, да, Чингисхану здесь стат. Вообще 3550. Ему скинули маленькую пушечку. Да, смотри. Опять аркада на. Не опять. Снова аркада на. Шелли почему-то встал. Нет, все, Шелли бежит. People сейчас. People, хаос. Чингиз, Чингиз уже спрыгивает вниз, и его People принимает. Все. Ой-ой-ой, Микки. Просто сейчас принял People. Стейк. Как-то вообще не идет на хлопу сейчас Тей. Бурдалак просто помогает здесь ребятам. Ой, на, сделай минус 2. Еще бы минус 3 бы сейчас. Да, вот тут-то хлопа твоя и нужна, друг. Стей стоит в дым стреляет просто вообще. Да, ничего не может сделать. Он все равно дал, смотри, он надымажил Михти вместе с Хантером. Они, в принципе, остались оба, ну, нормальных таких хпшках. Михти и... сейчас не может выйти просто бомбу поставить. Да, он и не выйдет сейчас, его просто... Ну и все, тут уже просто без шансов сейчас три. Демон сейчас просто чекнет его, да. Как еще не зарезал? Нет, если бы он зарезал, просто бы Мифти поднял пушку вверх и
расстрелял. Ну и все, попортили тут полностью стат. БТВшкам тут уже по 90 пошел. АКМ все берет двоечки. Уже, наверное, просто разозлили друг на друга ребята. Эко раунд, да, можно сказать? Эко же вроде забрали или как? Ну, третий это раунд был. Все равно так купились они против Амасы. Ой, оставляют, смотри. Чингиз поезд, да, Чингиз остается красный, ну, вот. Смотри, хаос, дым, да, забрал? Нет, нет, это было на миде, это да, было. У меня просто, да. БТВ, Шелли уже минус 2 делает. Снимите, красный, Шелли. Шелли, мне кажется, с P90. Заберет, да, забрал, стея, 2 в 2 ситуация. Им надо уходить на Б. Потный, ой-ой-ой, сейчас Михти опять занимает эту позицию просто красным. Смотри, сейчас будет просто Шелли. Ой, зачем? Я не понимаю, почему ему не притянуться было бы на Б. А что у нас делает там бурдалак, мне интересно. А он ждал, когда будет инфакт, где они, куда они пойдут. Он стоял просто... Ой-ой-ой, остается Михти красный, смотри. Смотрим Михти. Ну да, тут просто уже простреливают его. Чекнули ребята. Вурдалак ищет, не нашел калаш. Круто сейчас убегает просто вурдалак. Ну что, 14. Вурдалак купил пиплу АВП, как я понимаю. Опять аркада на Б, бомба сейчас, да, идет, полбики пойдет, фейки будут сейчас раздавать кадры вместе с Чингисом. Что это, Б? Ой, просто граната на это. Стоял тут под жопу просто ему дали, сейчас сделали минус 2, ситуация 3 в 5, сейчас должны просто брать раунд. Команда BTV, все, взяли аст. Бурдалак чекает. Взяли жа, ёкарен ты бабай. Уже просто отдаются нереально. Ну и просто уже все. Понимаю, что сейчас... Ой, Хантер. Пачку прописал. Ты остался на один на своей же... своей точке, где он всегда остается. Все равно мне нравится вот, тактика всем тимовцев, они молодцы, у них как бы новый состав вот этот, молодцы, что взяли пипла. Как бы я лично даже с пиплом знаком, просто я знаю его внешность, как бы он с Тичи общался там, пацан вообще прикольный такой, может он может раздавать хорошие минуса просто, и даже сейчас он показывает. Он хорошо играет. Да. Просто... Вот сегодня мне я с Хаосом разговаривал, Хаос мне писал, что у них сейчас выбор стоял, сегодня у них выбор стоял между игроками, ну кого выбирать. Ну я даже не знал, что в этом списке есть пипл, я бы даже без сомнения сказал, берите. Ой, смотри, просто вурдалок снимает, остается микрофон, делает минус 1, вот делает минус 3, просто принял, пацан, вышел, принял, ребят, вы чё? Ну, отдали просто сейчас, я так скажу. БТВ-шки. Уже в спину заходят. Двоечки, ничего не успевают делать. БТВ-шки. Чингис остается один там, он сейчас в ковры, смотри, заходит сейчас. Сейчас его пойдет встречать его сейчас. Хаос. Ну все, дал инфу, Хаос бежит. Бежит. Видим, что он через стеночку бежит. Нет, будет тянуть время. Ай, бомба-то у Чингис, это надо тянуть время до 20 хотя бы секунд. Так я не понимаю, чего Чингис тянет. Смотри, пошел перетягиваться Хаос. Ай, фейк вообще дал. Просто фейк дал. Сейчас смотри, он сейчас останется на миде. Они сейчас оба на уйдут. Он на кухню пошел, смотри, на. Даже не зная того, что... Хотя, смотри. У Хаоса была инфа, в принципе. Что там Чингис. Ой, смотри, сидит. Все, потопал, все. Тут уже просто сейчас встречает его Хаос. Натопал, чувак. Ну зачем? Ну ты же слышал, что он топал. Ставится пачка. Ой. И Чингис каким-то образом убивает. И падает сейчас просто Хаос. Падает. Но ничего, я думаю, ребята сильно не расстроились. Все равно у них бай раунд.
Ну, правда, хаос, я не знаю, что там стоит, ничего не закупает. Наверное, сейчас материт просто всех. Кто там что говорил? Ну, бай все равно берут. Всем тимов, как бы понимаю, что надо брать, надо брать. Именно еще остался один раунд. Ой, ковры, и ковры, может сказать, уже выигранная вот, победа. Остается хаос красный. Там двоечки остался красный. Вот People забирает. Ой-ой-ой, почему у меня не автодиректор? People забирает сейчас. Разменчик такой небольшой на яме произошел. 4 в 4 ситуация, хаос красный. Уже все ГТ перетянулись просто на, все Т на, все на. Да, полностью здесь. Здесь по 3 просто в эту, в диспу побежали сейчас. Демон вместе с Вурдалаком. Ну все, встречают просто, а. Никакой перетяжки. Хантер залез. Хантер залез на нищик, письмо. 3 в 3. 2 красных. Я не понимаю, что это за позиция такая, стоять просто втроем на... Ну он убежал, видишь, убежал сейчас просто. Стей. Да, стей. Ну стей очень красный. Ну, в принципе, там ребята тоже два красных. Фурдалак должен сейчас дать инфу, что топают ребята. Стей, слышишь? Стей, стей ждет. Все, ставится бомба. Все, убиваю. Ой, и здесь просто. Да, просто. Красивый размен. Умеют, играют. Да, хотели тут сделать фейк-бомб, но не получилось вообще никак. Ну что, 7-15. Первая карта. Первая карта. Сейчас смотрим, что забирают и нет. Будут ли делать какой-то камбэк BTV, но я думаю, ничего не сделают, просто уже не по деньгам. Чингиз закупился по 250-е гранаты. Ой, смотри, все равно дал минус. И даже вообще... А, ну, все, я пошел, все, тут стей начал ловить просто пацанов. Давай, все. Танки забирает, вот, да. Тут дали уже инфу и поем. Вот мы просто демон пошел забирать. Ну что, первая карта заканчивается 16-7. И следующая карта The Train. У меня она будет грузиться, наверное. Я пока порисую на карте. Порисую на карте пока. Так, ну что, самый такой полезный игрок сегодня у команды всем тим, я думаю, я так считаю, это был People, который давал красивые минуса. Ну, не то, что красивый, как бы вообще. Он в начале тащил. Вурдалак тоже, в принципе, хоть счет 10-4, ну, я знаю, что у него был бы счет больше. Инферно следующая карта. Инферно все-таки. Ну не почекал я просто, что они будут играть. Будем смотреть Инферно. Ну, в принципе, это диффузная такая мапа. Сейчас я, дефолт. Наверное, дефолтная, да. Сейчас я, наверное, ой-ой-ой, что он такое. Сейчас, наверное, вот так вот сделаю. Небольшую паузу.